Меня пригласили на эту сцену. Я очень рад наградить молодых авторов, тех, кто только начинает свою жизнь в кино. К сожалению, я не знаю, чем я их могу наградить, кроме пожелания успеха, таланта и оставаться самими собой, любить свою землю, любить близких. Поэтому вот все моя награда, больше я ничего им предложить не могу. А где они, я не знаю. Ну что? Наверное, собственно, фестиваль для этих людей. Вот здесь гости, они здесь хозяева. Давайте, давайте. Ladies and gentlemen, please welcome John Director. Это ребята из Таджикистана. А это ребята из Кении. А это вот наши соседи из Казахстана, они боятся в Цибрике. А ребята из Узбекистана. Вот россияне, мои соотечественники. Ребята из Швейцарии приехали. Практически я роль ведущего не слышал. А вы откуда? Мехико! Дима, Мехико! Вы откуда? Франция. И ребята из Узбекистана. Азербайджан. Однокурсник. Я очень рад, что здесь такая замечательная команда собралась. И, наверное, очень важно, что, во-первых, эти люди узнают Узбекистан и расскажут о себе дома, и вернутся когда-нибудь сюда, чтобы снимать большие фильмы. Так что я желаю вам успеха. Давайте поклонимся всем зрителям. Я самое главное. Для молодых режиссеров, наверное, не может быть больше награды, чем напутствовали слова от такого режиссера. Уважаемые друзья, уважаемые гости, разрешите от всей души вас поблагодарить за сегодняшний вечер. И Тимур, тебя тоже, вас, молодые ребята, потому что на самом деле Тимур действительно председатель жюри. Жюри только начнет свою работу, и работа завершится к 3 числу. И 3 числа на церемонии закрытия нашего кинофестиваля мы действительно узнаем, кто из вас самый лучший. Поэтому впереди еще работа жюри. Ну а сейчас я хотел бы поблагодарить наших всех коллег, друзей. И, Никита Сергеевич, можно вас пригласить сюда, на эту сцену? Уважаемые гости, на сторону носит Никита Михалков!
участвовали, чтобы они не огорчались, если не получат все призы. Потому что есть зависть к тому, кто имеет награду, а есть зависть к тому, что он имеет награду, а я попытаюсь сделать лучше. Это самое главное, потому что это стимул для молодых, стимул для кино, чтобы чувствовать себя в семье кинематографистов. И я очень рад, что фестиваль здесь, в Ташкенте, занял, и я убежден, займет свое место такое же, как он занимал тогда, в те годы, когда это был фестиваль народов стран Азии, Африки, Латинской Америки. Это был единственный фестиваль такой. Но я убежден, что фестиваль, который сегодня начат, он под свои флаги соберет, в общем-то, все континенты. Я поздравляю вас, спасибо. Ведущих я попросил на сцену, чтобы перевести. Okay. Many times they ask me, what is cinema for you? Много раз меня спрашивают, что для вас кино? For me, cinema is like a big town where people of different ethnicity and colors, they live, and each of them have their own house and their dreams. Для меня кино — это маленький город, в котором живут все люди разных национальностей и разных цветов, и у всех из них есть свои мечты. So cinema will continue to exist as long as people will continue to dream. Кино продолжает жить, существовать, а те, кто продолжает мечтать. Furthermore, cinema means freedom. Because in the country where there is no freedom, there is no cinema. Anyway, I want to encourage the young filmmakers in this country, students, you know, they have to study because, you know, they are the, our future. На то, чтобы учиться, потому что они наше будущее. And they can be part of the family of the cinema. И они могут быть частью семьи кино. So, we have, I would say, the Silk Road from Uzbekistan to Italy. Поэтому я бы назвал шелковый путь от Узбекистана до Италии. Thank you. Огромное спасибо, уважаемые участники. Председатель организационного комитета фестиваля Фирдаус Алтухаликов. Огромное спасибо, друзья, молодые режиссеры, вы можете занять свои места, свои почетные места. Но всех вас поздравить своими песнями. Народный артист 9 стран. Народный артист Республики Узбекистан Фарух Закиров. Заслуженный ансамбль Явна. Узбекистан Республика Самослав Закиров. Явна ансамбль Хамда Афсонави. Трик Афсона, Узбекистан Республикасы халык артисты Фарух Закиров жалоб берет. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Встретили нас, друзья. Здесь, на востоке, добрый город, который называется Ташкент. Он всегда рад гостям, конечно, сегодня тоже. Мы поздравляем победителей. И, конечно, мы еще раз хотим добро пожаловать в этот удивительный, гостеприимный город, который называется Ташкент. И мы так рады, что Никита Сергеевич, мы рады очень вас приветствовать, очень рады видеть и всех-всех наших гостей. А как мы рады, что этот фестиваль, удивительный фестиваль возродился, и я думаю, что мы будем встречаться чаще в этом удивительном городе, который называется Ташкент. Сияй, Ташкент!
qonunlar va janoblar, Ipak yo'li turlonasi 13-chi Toshkent xalqaro kinofestivalining ochilish marosimiga boshlangan konsert dasturi shuning bilan o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Кинофестиваль, который проводится с целью поддержки молодых режиссеров, пройдет в течение 5 дней с различными программами. The 13th Tashkent International Film Festival Silk Road Forum, which is held to support young directors, is waiting for you for 5 days with various programs. We invite all of you to meetings and concerts within the framework of the film festival. Ladies and gentlemen, once again, welcome to Uzbekistan! Спасибо за внимание, спасибо за визит. Еще раз, добро пожаловать в Узбекистан.